Всем огромный привет! У нас сегодня пятница, влог, точнее, начинается влог выходного дня с пятницы. Иду сейчас на работу, когда опаздываю. Вот, но есть оправдание, потому что я попала в отвратительную. Ну, я не скажу, что даже очередь, там два человека стояло, вот. Но там женщина закатила скандал, что что-то там у нее не так пробили. Потом там торчала еще касса, когда я свои как бы покупки пробивала, она еще закатила скандал, что кто-то у нее спер карточку по лужке. Ну, то есть и такие позитивные люди встречаются утром перед работой. Опубликовала я вам видео про свои аутфиты, про свои покупки. На самом деле, пока вчера монтировала видео про покупки, я вспомнила, что у меня, как вспомнила, там увидела, что у меня есть красивая летняя юбка белая. Я вся такая иду весенняя, но как бы солнце светило, когда я выходила из дома, как всегда. Но сейчас какие-то тучи непонятные собираются. Будет очень безрадостно, если к вечеру соберется дождь, потому что, во-первых, у меня лаковые туфли, а во-вторых, у меня белая юбка. Я как-то вот в таком одеянии не совсем собиралась сегодня под дождь попадать. У нас наступил уже вечер, сейчас около 9 часов вечера. Вот, на улице, как бы так не скажешь, светло как днем. Вот бегу в гости к подруге сегодня. Пятница у нас подошла к концу. И бегу я отвозить доставку свою в Mixit. Я вам опубликовала пост в Инстаграме о том, что мы с подругой, с моей лучшей, заказали штучки такие натуральные, органические, бренда Mixit. Или Mixit, я не знаю, как правильно произносится. Если вы знаете, то напишите мне, пожалуйста. Как получилось? Просто я узнала об этом бренде у кого-то из блогеров, причем инстаграмных именно блогеров, об этом бренде, что появился. И залезла по сайту, там пошарилась. И как раз заодно я ездила в эти же дни к подруге и сказала ей об этом. И как-то мы так уже вдвоем больше загорелись этой идеей, вместе решили заказать. Вот. Потестируем, посмотрим. Вот. Люди ведут праведный, здоровый образ жизни. То, что я. Так иду я со вкусняшками. Будем отращивать пятую точку. Я на самом деле, как бы, я сегодня принципиально шла в магазин. Нет, торт я брать не буду. Потому что лето, потому что понедельник уже, 1 июня. Говоря, день защиты детей, как я до сих пор называю, говорю родителям, что это мой профессиональный праздник. Хотя на самом деле мой профессиональный праздник в ноябре, и называется он День бухгалтера. Девочки решили в пятницу начать худеть. Ну, начали с борща, с рыбы, вот с этой штуки. Здесь еще орехи были, орехи все съели. А самое главное, девочка, вот. И девочка самое главное. Она всех сейчас покусает, как это она обычно делает. Вы она сейчас икать начнет. Вы не верьте этим честным, грустным глазам. Она на самом деле еще та безобразница. Ты безобразница? Ты безобразница, Пузя. Ты Пузя, Пузя. Что? Что? Хвостик. Да, скажи. Чё? Она икает, по-моему. Да. Икаешь? Дай нам поесть спокойно. Пожалуйста. Ну, как бы на борще мы не остановились. Нам не хватило. Мы решили, что под пиногрижа надо обязательно съесть суши. Вот, какие-то суши заказали. Будем сейчас употреблять. Пожелайте нам приятного аппетита. Эти вот какие-то странные запеченные, они, по-моему, Цезарь назывались. Ну, тут банально Филадельфия и... А эта штука должна была быть с угрём, по-моему. Всем доброе утро. Итак, у нас уже воскресенье, субботу мы радостно пропустили с вами, потому что ничего интересного не случалось, и как-то времени снимать не было. Едем мы сейчас все радостно в Найк, потому что меня моя... подруга говорила все-таки пойти с ней на фитнес, и как бы я сама понимаю, что я скоро превращусь в жирный-жирный пирожок, который сидит, сводит дебет с кредитом и носится в налоговую. Вот. И
я поняла, что у меня реально нет формы, в которой пойти, ну, вообще нет. Как бы... Я хотела свои кельвины пустить на фитнес. Вот, но мне кажется, они так уже и умрут скоро, в принципе, без фитнеса, поэтому придется все равно кроссовки брать, скорее всего. Я не знаю пока. Короче говоря, плюс что-нибудь спортивное. Короче говоря, мы скупили все, что могли. В Nike. Сумка моя новая. Так, там уже продукты. Вот. И то, что я ждала все это время, все эти выходные. Вот оно. Надо не связать эти ткани. Вообще. Ням-ням-ням. У нас сегодня чисто русский ужин. Сделали окрошку совместно. Очень быстро, кстати говоря, сделали. Если будет потом интерес, запрос, я вам покажу такую штучку, свой найсер-дайсер. Очень быстро все порезали. Сейчас будем кушать. Взяли вот квас. Не люблю на кефире окрошку, мы никогда не делаем. Делаем с квасом. Вот, сметанку добавим и горчицу. Будет горчицу и ротненько. Еще хлеб у нас. Да, и принимая прелесть. Кстати говоря, ну, я думала, что хуже будет клубника. Она хотя бы по вкусу приятная, сладенькая. Вот что у нас получилось. Ну, выглядит аппетитно, я надеюсь. Все, мы кушать, и воскресенье закончилось у нас, поэтому влог мой подходит к концу. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И также напишите мне, пожалуйста, хотите ли вы больше влогов на моем канале. Все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.